Ну, приехал посмотреть, ребятки, на ближайших лужах, где в том году осенью первых уточек захуярил. Вот на таких вот, недалеко от дороги. Сейчас посмотрим, будут или нет, уже двух видал. Сейчас день, может, разлетевшись. Пока что никого не видать. Мне еще 5 километров ехать. Вот в том году, ребятки, вот по вот этой вот гриве шел, вот за вот этими вот камышами я утку доставал. А потом еще одну я вон возле того бугра, короче, вот там где-то нашел. А стрелял я оттуда его. Вон 2 крикоша пошли. Ко мне идут ребята. По-моему, вот возле этого куста. Не берет. Вон еще 2 хуярит. А эти на круг пошли. Эти, короче, ребятки, первые 2 штуки возле того вон куста сели. Вот не долетая. А эти 2 туда пошли куда-то. Так что уточки уже есть, уже 5 штук видал. Буквально минут за 15. Я сейчас вернусь. Примерно к тому куску подойду. Метров за 30 не доходя. Там лужа должна быть. Сейчас посмотрим, будут они там сидеть или нет. Хочу помолить потом. Вот они пошли. Идет крикаш на меня. Далеко стрелять нельзя. Да и не с чего. Слышали собаки, наверное? Эти вон пошли вон. Моя сейчас задача, ребята, какая? Сейчас, короче, моя задача такая. Походить тут, покрутить, посмотреть, короче, места, где можно будет сидеть, караулить уточек. Вот. Вот такая вот травушка ведет вот к такому камышу. Там он есть бугорок. Сейчас на бугорок заберусь, посмотрю, будет видно лужа, нет. Короче, ребятульки, ни одной лужи не видно, здесь все камышом заросше. Вот. Уже, короче, 600 мегабайт истратил.
Вон потелка Сась, ребята. Может видно, может нет, но это касается.